Профессиональная гигиена полости рта – это целый комплекс диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, устраняющих и предотвращающих развитие основных стоматологических заболеваний. Очень скрупулезная процедура. В стоматологической клинике «Доброго доктора» она проводится на новом оборудовании самого последнего поколения. Комфортно и абсолютно безопасно. В руках у врача-стоматолога инновационный аппарат. Самый современный, самый работоспособный, обладающий целым рядом преимуществ. Пациенты уже успели их оценить. Называется он Airflow Prophylaxis Master. Он из Швейцарии. В два раза эффективнее очищает полость рта от биопленки и зубных отложений. В пять раз меньше неприятных ощущений от процедуры. В два раза меньше продолжительность процедуры. Никаких больше уколов десны и ручных инструментов. Аппарат нового поколения и разрешает врачу менять режимы и скорости. Профессиональная гигиена на ультрасовременном аппарате Airflow Prophylaxis Master проводится по современному протоколу GBT, который основан на школе Швейцарской стоматологической академии, включает в себя несколько этапов. Первый этап – это окрашивание минерализованного и неминерализованного зубного налета при помощи индикаторов. Следующий этап – это снятие мягкого зубного налета и биопленки при помощи порошка на основе эритритола. Параллельно подается струя теплой воды, что очень комфортно для чувствительных зубов. Следующий этап – это снятие минерализованного зубного налета при помощи ультразвука. Порошок для проведения гигиены полости рта стал еще менее абразивным, что позволяет проводить профилактику у пациентов с керамическими конструкциями – брекетами, винирами, имплантами. Больше нет необходимости полировать после процедуры поверхности эмали пастами и щеточками. Плюс работает все тихо, аккуратно, без разбрызгивания порошка. Это еще одно преимущество. И главное, никаких болезненных ощущений. Абсолютно. 18-летняя Полина подтверждает. Ощущения от чистки сегодняшние мне очень понравились. Мне было очень комфортно. Мне было не больно. В общем, мне все понравилось. И результатом я довольна. Полина на прием к стоматологу на профессиональную чистку приходит два раза в год. Так рекомендует врач. И вообще, у нее ответственный подход к своему здоровью. Если человек регулярно смотрит за своей гигиеной, выполняет всю эту манипуляцию как бы регулярно, да, то вообще болевых ощущений однозначно не будет. Болевые ощущения возникают только у тех, кто годами не снимают, да, как бы на лед вообще не обращаются там десятилетиями. То ну, где-то, может быть, все равно, как бы, потому что приходится бить по одному и тому же месту. То есть, и поэтому, соответственно, могут возникать какие-то. Но, естественно, к минимуму. Новый аппарат Airflow Prophylaxis Master гарантированно удаляет биопленку зубов и десен. Биопленка – это колония микроорганизмов на поверхности полости рта, скрепленных между собой клетками. Она является главным фактором развития кариеса и пародонтальных инфекций. Домашняя чистка зубов и десен и даже использование ирригатора, к сожалению, удаляет лишь 50% из всех присутствующих микробов биопленки. Этот же справляется на отлично со всеми поставленными задачами. А еще он чистит слизистую и поверхность языка. Этот аппарат дорогостоящий, и не каждая клиника может себе его позволить. Стоматологическая клиника «Доброго доктора» инвестировала в комфорт и здоровье своих пациентов. Записывайтесь по телефону. За первые недели использования системы Airflow Prophylaxis Master она получила самые высокие оценки пациентов с повышенной чувствительностью зубов и самих врачей.